Я вот был в Орле на суде Денниса Кристенсена, вот, там два дня шел процесс, и он, когда ему дали последнее слово, он не стал спорить с прокурором, не стал доказывать, что судьей, а судья вот говорил примерно то же самое, что я процитировал, что вот он там это молился, он цитировал Библию, ну и как приговор его. А он, Деннис Кристенсен, произнес проповедь. Он долго говорил, минут 40, по-моему. И стало быть, все участники суда и судья, и прокурор, и все присутствующие в зале были участниками религиозного собрания свидетелей Иеговых. Это ж так можно расценить, понимаете? Вот, ну как это? Вот человек произносит проповедь, вот то, что обвиняет, а все остальные его слушают. И судья его не перебивал, он дал ему спокойно поговорить.